В начале ситуация с коронавирусом. Продолжается устойчивое снижение заболеваемости. За минувшие сутки выявлено 124 новых случая. Больше всего положительных тестов в Абакане и Усть-Абаканском районе. Выздоровели 307 человек. Что касается летальных исходов, то их подтверждено 6. Самому младшему пациенту было 52 года, самому старшему 90 лет. Ситуация с коечным фондом стабильная. На сегодня в больницах свободна треть мест для пациентов с ковидом. Часть медучреждений возвращается к плановой работе. Так, Черногорский роддом снова принимает будущих мам. Беременные с коронавирусом по-прежнему направляются в Майнский роддом. Если заболеваемость будет и дальше снижаться, то на очереди к открытию Саяногорская больница и терапевтический корпус Резбольницы.